Совсем другое дело. Расцвела наша красавица. Начался процесс фотосинтеза. Состояние дерева быстро улучшается. О, зелененькая стала. Охренечек. Так, ладно, что там бройлерная? Альгоцех. Ну что, пойдем забирать лютики. Сохранение данных. Так, сейчас кинька посмотрим, что же тут творится. Вот так, здесь мы уже бывали, же не исключено. Ты что, будешь что говорить, нет? Эй, товарищ. Вообще ничего сказать нам не будет. Почему-то у меня такое ощущение, что я тут уже бывал. А что ты, блядь, не открываешься и не закрываешься толком? Напоминаю. Храните производственную тайну и не обсуждайте работу дома. Помните, для членов семьи, виновного в распространении информации, также предусмотрены меры пресечения. Так, мне пора. Ай, как все зазеленилось. Ах ты ж, сука. Полнейшая сука. Растворился. Эй, ну неплохо, неплохо. Так, в общем, цех один пройден. Стримчик сегодняшний, думаю, подходит к концу. Продолжим в следующий раз. Ну и чем дальше проход, тем ближе к разведке, что же там все-таки было и как это выглядело. Всем спасибо за просмотр. Пока. Для прохождения внеплановой диспансеризации. Повторяю, вниманию сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Так, в общем, всем привет. Атомная херня, Atomic Hearts, атомное сердце. Продолжаем. Вчера что-то бегал, прыгал, березка, вот она. Открыть дверцы не получилось, но вот сегодня... Или вчера сам тупил, шаролупием завелся, или все-таки дверь открылась при перезапуске. Горячий цех, альгоцех какой-то. Ну, поехали. Задача найти ключи, собрать кого-то, капсулы, гранулы, там, батарейки на березку. 4 штуки. В общем, поехали. Так, что там есть тут вообще? Ага. Очень маленечко всего. Патронов нету. Ни одного, никакого. Зашибись, мне уже нравится. Так, коль налево ты пойдешь, там пиздюлину схватишь. И направо ты пойдешь, но видно то же самое будет. Так. О. Кто ты? Вовчик? Вовчик?